Шнек Ямабура соединен с выходной осью редуктора при помощи двух крепежных болтов. Быстрое снятие и установка шнека облегчает его смену в процессе работы, а также транспортировку на длительные расстояния. На все шнеки устанавливаются сменные или меха. В процессе они изнашиваются и могут быть заменены, тем самым увеличивая срок эксплуатации орудия.